Всем привет! Вот мы и на речке. Заодно испытали эту ракету. Проехали 95 километров. Все классно. Тормоза классные. Термостат работает. Что еще? Шланг на бензин поменяли. Сейчас надо, кстати, проверить. А, ступичный подшипник задний. Тоже сейчас выходил, не греется вроде. Короче, все пока нормально. Сейчас порыбачим и посмотрим, что будет у нас клевать. Сегодня 13 марта, пятница. Погнали. Итак, друзья, первый заброс. Рыболовный магазин не нашли. Хлеб за место прикормки. Червяк и опарыш. Два крючка. Сейчас я поймаю. О, первая. Ай-яй-яй. Чуть не убежала. Окунь. Вот такой вот. Мне там тоже что-то клюет, но я снасть пока делал вторую. Да, жаль, конечно, прикормки не купили. Я вчера забыл, проезжал. А сегодня рано. Сегодня рано ехали, все закрыты были. Уже 8, 8:30. Все магазины рыболов закрыты вообще. Люди наоборот с утра должны как бы, ну, на рыбалку же едут. Открыты быть, они все закрыты. Ну, ну ладно. Опа-на, кто-то попался на кукурузу. Здорово, из меня грузило просто тяжело. Вот это, видишь, подлещик. Надо груз убавить. Вот все-таки взялся на кукурузы. Одну нижнюю сожрали, на верхнюю попал. Вот такой вот. Вроде ветра такого не обещали сегодня, из-за этого поехал. Погода меняется. Завтра будет еще сильнее ветер. Блин, только выключи камеру, клевать начинает. Камера записывает, не клюет нифига. Выключишь, начинает дергать. Теперь я кого-то пойму. Нет. Сопротивляется. Если не сорвет. Вот он. Окунь. Небольшой, но и не маленький. Кто-то попался. Сопротивляется. О! Нет, это... Типа не знаю.
подлещик, сапа или кто как называет. Но не лещич. Маленький лещ. Спал сегодня еще полтора часа. В машине занимался. И не заметил, как время пролетело. За пять он там пытается что-то, но как-то так не особо. Опа. Опа. Кто-то на хлеб клюнул. Опять она. Хлеб взяла. Я аж прям испугался. Че, блин, кормушки не было нормальной. Эту, как она, макушанку зацепил. Как дернуло, я аж испугался, блин. Что за рыба такая? О! Кто-то попался. Не знаю, ударил хорошо, может окунь. Уже такой нормальный. Во, вот таких вот карасей обычно тут ловят. Во. Да, выскочил. Вот, с ладошку. На червя. Значит, надо червя ставить везде. Пошел, прошел. Обед. Попался точно. Кто-то, говорю, попался. А я ты не определяешь? Нет. О! Тоже попался. О. Когда грузик тяжелый, особо непонятно. Понятно, что кто-то сопротивляется. Кормушку новую набитую потянули, то ли за червя потянули. Блин, опять пусто похоже. Палец. Вот, как так надо, да? Вот они вот их и дергают постоянно, и хрен поймают. Вот они, видишь? Кого? Подойдут и долбят кормушку. Понял. На удочку-то ладно, сразу. А тут бьют, бьют, бьют. Он постоянно клюет. А ничего не вытащишь. Да, 20 делов делаешь, ничего не получается.
комары. Только на руки перестал смотреть, все съедает. Тонуло. О! Где? Блин, кто-то был. Мне кажется, сошел. Прям хорошо тянул. А нет, сидит еще. Опа, карась. Не особо хороший, но ладошку. На червя вот. Даже не с ладошку, меньше. Вот такой вот улов. Не мой, правда. Сейчас мой достанут. Ну тоже неплохие. Только порыбачить, сколько машину испытать. Батю за то будет, сон порыбачил. Порадовался, да? Ну, мораешь. Все, на этом все. Едем домой. Такая небольшая рыбалка.